по первому зову в GTA, Димка, я захожу в GTA, я даже ничего проверить не успею. Ага. Это достойно. Думаешь, достойно? Да. Я не уверен. Эль Бинесик сейчас в сети. Как это приятно видеть. Уже зашли? Не, ну как бы у меня еще тут сейчас облака будут 15 лет. Ну, Женька, ну хорош дезморалить. Да все, все, уже все. Уже я уже... Задание бункера 2x и RP какие-то. А я купил, кстати, там вот этот бумер, Жень, который ты купил на скидле сейчас. И еще какая-то там машина. Ну что-то скидло у них, я так понял, у них все время там тоже, как в Стиме, типа проценты там. Просто они не показывают, какой процент. То есть иногда большой, иногда как-то смотришь, вроде и больше скидочки бывали. Фиг знает, но... В любом случае, я бомж, потому что мне пришлось докупить еще гараж в офисе на 20 машин за лям. Или 500 канев. А в гоночке хачи я уже почти год, наверное, не играл. Двойной RP, где основная прибыль моя была. Да посмотрим, что нам Димка хочет предложить. Хейст. Предложи мне. Ламповый. Сейчас подожди, еще не зашел. Бля, лампу вчера купил, короче, в нашем советском магазине. У нас тут есть еще такие. Тут типа галогенные. Я, короче, я смотрел тупо на ваты. Ну, я видел, что у меня на коробке вольт 220, но там не было таких, там все 12 вольтовые. Я думаю, бля, ну хуй с ним, попробуй 12. Ну, она, естественно, перегорела. Да. И причем стоит 98 рублей, это пиздец. Я смотрел в Леруа Мерлен, это точно помню, 28 рублей захожу, реально, да, все по 30-ки, там максимум полтинник. Так что у нас пиздец. Качество говно, цены во. Я думаю, блин, нахер такие магазины сейчас существуют. Там чисто советский, знаешь, там стоит тетенька 40 лет, я говорю, а давай сюда, быстро-быстро помоги. Нет, с этой стороны не мешаем, что ты там, давай складывай пакетик. Вот такого рода, прям. Ну что, чего они живут? Я не знаю вообще, да, свет 59 магазин, если у кого-нибудь может есть. Он раньше вроде сетевой был какой-то, я не знаю, короче, жесть. Не-не-не, что-то не хочет туда заходить, спасибо. Девятиэтажки, да, у нас просто нигде нет. У нас раньше был рынок возле выхина, там всякое говно, и одежка, и электроника, что хочешь. Ну а сейчас рынков, конечно, нет никаких, поэтому. Я вообще не знаю, где покупать. Вашан ебаш меня хоть был. Ну или там Дюра Мерлен. Чистые заламчики. Я еще думаю торшер купить за пятихатку. Я видел в Леруа, офигенно все такие тащатся, отзывы заебись. Я такой, ну вообще отлично. Торшер за пятихаточку, лампочку. Просто у меня, я эти, Женя рассказывал, думал, у меня нет этого. Бля, как он называется, я опять забыл. Короче, у меня лампочки дохнут через месяц. Поэтому... А у тебя какие, галогенки обычно? Да, 20... галогены, просто там нет вот этой хуйни, которая бережет их, я забыл, как называется. Да-да-да, его типа у нас нет. Родители себе поставили, а мне почему-то нихуя не поставили. Тогда, когда мы ремонт делали еще, хуй знает когда. А я тогда вообще, мне похуй было. Ну ты купи себе, правда, нахрен тебе эта люстра нужна, купи тогда себе, правда, это. Да, отдельно. У меня, правда, 6 лампочек этих сраных. И от них тоже фотки, когда делаешь, тоже хуёвые, знаешь, там 6 теней падает на объект, ну это пиздец. 6 теней, ёб твою мать. Это, короче... Поэтому, да, я думаю, в жопу куплю, как раньше, будет у меня торшерчик и одна лампочка. Я подгрузился. О, отлично, а я нет еще. Заодно посмотри, да, может, ты себе купишь, там еще скидки на другие машины тоже. И в казино зайдете. Потому что у меня в казино где-то в 7 надо заходить, мне вчера в 6 с чем-то я заходил. 24 часа надо.